Детскому технопарку «Кванториуму» исполнилось 5 лет. За это время обучение здесь прошли 9250 детей. 396 из них стали призерами всероссийских конкурсов. О том, чем занимаются квантарианцы, в сюжете Натальи Чекет. Под руководством специалистов дети осваивают современные технологии и реализуют собственные идеи по решению жизненных задач и проблем. В этом кабинете ребята занимаются по направлению хай-тек. Сейчас они трудятся над созданием макета окружающей местности кванториума и делают интерактивную карту. По нажатию кнопки, которая привязана к ближайшей остановке, дети смогут увидеть безопасный маршрут с правилами перехода дороги. Полигон для отработки навыков пайки, программирования микроконтроллера и работы с лазерной резкой. Так как видите, тут немало сделано. Дети изучают современные технологии обработки материалов. Это 3D-печать, фрезерование и лазерная резка с использованием станков ЧПУ. Все это требует от ребят вдумчивой работы и умения быстро переходить с одного вида технологий на другой. Мы делаем это для того, чтобы дети сами могли потом в своих проектах определять, из чего и как, каким способом им изготовить тот или иной элемент их конструкции. Понятно, что сложные конструкции требуют некой автоматизации. Поэтому, конечно, мы также учим программированию базовых микроконтроллеров. Для этих ребят нет невозможных задач. Многие их идеи уже приносят практическую пользу. А здесь занимаются совсем маленькие ученики кванториума. Ребята изучают алгоритмику и базовые навыки программирования, а также робототехнику. Алгоритмика предполагает изучение материала по программированию в программе Scratch. Ребята создают свои анимированные открытки, мультики, игры, как из готовых библиотек, так и, соответственно, свои идеи воплощают. Еще одно направление – Lego Mindstore. Робототехнические наборы, на базе которых ребята изучают программирование, конструирование. Дети сами выбирают направление, в котором хотят развиваться. Робототехника, IT-технологии, виртуальная реальность, промышленный дизайн. Неважно, в какой сфере, главное, что ребенок проходит целый путь со своими поражениями и победами. Основная деятельность кванториума детей – это проектная деятельность. Дети приходят получить не просто навыки, а подготовить проекты, участвовать в соревнованиях. И за 5 лет 396 победителей всероссийских конкурсов и соревнований, а также призеров в кванториуме у нас состоялось. Если говорить про деятельность не только образовательную, но и участие в мероприятиях, то за 5 лет проведено более 700 мероприятий для детей и взрослых, в которых приняли участие более 160 тысяч. Участников. Как отметил губернатор Игорь Руденя, технопарк – это та площадка, где рождаются авторы и инициаторы будущих прорывных решений в сферах программирования, цифровой экономики и других отраслей. Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» дает возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике. Технопарк стал площадкой для повышения квалификации школьных педагогов. Свои компетенции здесь повысили уже 300 преподавателей, а 39 школ присоединились к программам дополнительного образования, реализуемым на базе кванториума.